патриоты провели вчера самую крупную операцию под кодовым названием «Ставра и Шатила» против израильских оккупантов на юге Ливана. Бойцы организации «Ливанский национальный фронт сопротивления» взорвали штаб израильской военной администрации в южно-ливанском городе Тир. В результате взрыва убито и ранено более 150 оккупантов. Сразу после взрыва подразделения израильских карателей приступили к прочесыванию городских кварталов Тира. В израильских оккупационных войсках в Ливане объявлено состояние повышенной боевой готовности. В Израиле прошло экстренное заседание правительства. Вашингтон. Президент Рейган объявил, что снова посылает на Ближний Восток своего эмиссара Филиппа Хабиба. Миссия Хабиба, как указывает в местных информациях,